я вижу, вы уже заметили, господин судебный следователь. От вас не скроешься. Я бы поспорил, кто из нас сыщет. Штольман, как вы правильно заметили, судебный следователь. Позвольте представиться. Гудков, помещик. Рад знакомству. Признаться, эти господа привлекли мое внимание. Несмотря на возраст, живут полной жизнью, можно только позавидовать. Сливки общества. Только жизни у них не больше, чем в жареном проселке, которым мы угощались. Не совсем понимаю, на что вы намекаете. А что, если бы я вам сказал, что все эти люди мертвы? Да, вы не ослышались. Они все ходячие мертвецы. Вурдалаки. Князь Лапшин, отставной бригадир Капустин, помещица Родионова, графиня Елеонская. Все они первостатейнейшие вурдалаки. Вы имеете в виду, что все они пьют кровь простого народа? Нет. Я хочу сказать, что они питаются кровью. Молодых и невинных. Весь этот зал полон мертвецов. Господин Штольман. И вы сами один из них. По-моему, вы перебрали шампанским. Вы умерли 5 лет назад. И всем это известно. Яков Платоныч, а вы доктора Милца не видели? Заиграют последний вальс. Елена Адамовна. Да. Конец балу. Андрюша, пригласите Сон. Она весь вечер стоит в углу. С радостью. Разрешите пригласить вас, Софья Казимировна. Конечно. Анна Викторовна, окажите честь. Конечно. Простите. Вы совсем потеряли осмотрительность. Всего лишь один танец. Thank you.
Лиз, ну, в самом деле. Ну, хватит дуться. Ты знаешь, как я мечтала побывать на этом бале. Ну, ты же понимаешь, что у нас не было никакой возможности там быть. Нет. Не понимаю. Почему? Потому что был бы скандал. Ну что же, мы теперь совсем не будем нигде вместе бывать. Ой, господи, ну... Что за глупости ты говоришь, мой ангел? Конечно, сможем. Просто должно пройти какое-то время. Все уляжется. Сколько? Сколько должно пройти времени? Год. Может быть, два. Нет, Виктор. Я этого не вынесу. На нас все смотрят, как на преступников. Послушай. Но ведь я говорил тебе, что... что будет нелегко. На самом деле, у меня тоже возникли трудности. Мне стало меньше доверителей. Ко мне стали меньше обращаться. Но ведь твоя любовь, она искупает все. Ты сделала меня счастливейшим человеком. А чего бы мне уехать? В Петербург или в Москву? Ты же знаешь, я не могу сейчас оставить семью. Нет, не знаю почему. Они прекрасно обходятся без тебя. Но я прошу тебя, давай уедем. Хотя бы ненадолго, на месяц, может быть, два. Прошу тебя, мне тут невыносимо. На меня все показывают пальцы. Bonjour, Solange. Comment ça va? Merci bien, monseigneur Pakatov. On vous attend déjà. Est-ce que vous allez vraiment bien? Vous êtes un peu pâle. Non, non, toi, t'es bien. Tout simplement, je meurs mal aujourd'hui. Елена Адамовна, здравствуйте. День добрый, Андрей Юрьевич. Какие прелестные цветы. Ну так, давайте же их сюда. Ну что же вы? Говорите. Вы же пришли с предложением, я угадал. Угадали? Как же вы рабки. Вы боитесь отказа? Напрасно. Я прошу покорно простить меня, Елена Адамовна. Я действительно пришел просить руки. Но Софья Казимировна... Какой конфуз. Эмилия Карловна. Как прикажете это понимать, Андрей Юрьевич? Вы ездили в мой дом, ухаживали за моей дочерью, убедили ее в своих чувствах, а теперь отказываетесь жениться? Простите, графиня, но вы ошибаетесь.
Я не делал никаких авансов Елене Адамовне. Она утверждает обратное. А моя дочь не станет врать своей матери. Признаюсь, я в равной степени наслаждался обществом Елены Софи, пока не понял, что мое сердце принадлежит последней. Должно быть, я с самого начала ее полюбил. Я прошу у вас руки вашей воспитанницы, Эмилия Карловна. Вот как? А известно ли вам, милостивый государь, что София бесприданница? Она бедна, как церковная мышь. Это меня нисколько не беспокоит. Я не нуждаюсь в деньгах. Мой ответ – нет, сударь. Но почему? В чем причина вашего отказа? Вы сомневаетесь в серьезности моих намерений? Клянусь вам, я люблю Софью Казимировну всем сердцем и готов все сделать для ее счастья. Об этом не может быть и речи. Прощайте, Андрей Юрьевич. И впредь избавьте нас от своего присутствия. А вам здесь больше не рады. Я вас правильно понял? Покойник встал и вышел. Точно так и было, ваше благородие. Я едва со страху не помер. А кто он был? Да так, никто. Нищий какой-то. Его вчера днем городовые со слободки привезли. Поперек улицы лежал, мертвый. А кто осматривал тело? Да я осматривал. По всему с ним припадок сделался. Руки, ноги скрюченные, на губах кровь. И дух от него шел изрядный. Я его в покойницкую определил. Надо было сразу мне догадаться, что он вампир. Доброе утро. Антон Андреевич, вы здесь? Анна Викторовна. Что-то случилось? Да, вот у нас в Затонске объявились все. Вампиры. А, любопытно. Этих у нас еще не было. Не напрасно вы, Анна Викторовна, смеетесь. Сами бы увидели, не до смеха было бы. Ну а как же нам не смеяться, любезный? Давно здесь служишь? Так уже 2 года будет. Ну как тебя за это время не научили, что на глазок смерть не определяется? Антон Андреевич, ну все это ошибка. Ну, да. Притащили вонючего оборванца без признаков жизни. Ну и, конечно, сразу кинули в покойницкую. А если б не брезгливость, могли и пульс нащупать, да? И дыхание услышать. А я вам говорю, точно он был нечисть вурдалак. Зубы длинные, уши большие. Сам в язвах и струпях, как будто уже в могиле полежать успел. А главное, волос у него рыжеватый. Да и что с того? А то вы сами не знаете, что все вурдалаки рыжие. Вот значит, как ты мне за мою доброту платишь. Женихов уводишь у Еленушки. Эмилия, как? Молчать! Вертихвостка. Распутница. Я тебя, сироту, из жалости в свой дом привела, а ты... Бесстыжие глаза твои. Вы несправедливы. Да, мы с Андреем любим друг друга и хотим пожениться. Что в этом дурного? Замуж ты не пойдешь. Даже думать не смеешь. В монастырь тебе дорога. Грехи предков замуж. Какие грехи? О чем вы говорите? Запри ее в комнате. И чтобы никаких писем, никаких визитов. Да, мадам. Из дома ты больше не выйдешь. Надо будет, цепями прикую. Сама не ведаешь, что творишь? Ну да ничего. Я о тебе позабочусь. Ступай в комнату. Соланж! Соланж, что с вами? Кто там еще? Кто-нибудь! Надо за доктором послать! Соланж! Соланж!
Да было бы за что причитать, ей-богу. Ну, перелом без смещения закрытый. Наложим гипс, через месяц будете как новенький. Ну, член как болит. Морфин дайте. Все, 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 все. Господи! Что вы мне дали? Простите. Сейчас отпустит. Выйдем, Викторовна. Зовите узнать, в каких империях вы витаете. Иван Евгеньевич, я, кажется, извинилась. Может, мне ваши извинения. Мы не на променаде и не в бальной зале, где вы вчера изволили плясать. Мечтаете о кавалерах вместо того, чтобы заниматься делом. Вы не имеете права разговаривать со мной в этом тоне. Каждый человек имеет право на ошибку. Вы подумали о цене вашей ошибки? Вы стали нервны и невнимательны. Да потому что вы постоянно ко мне придираетесь. Я здесь уже служу полгода, еще ни у кого моя работа не вызвала нареканий. Весьма сомневаюсь. Ступайте, мешайте гипс. Я отстраняю вас от приема пациента. Что? Да вы не смеете со мной так поступить. Если вы действительно решили отдать себя медицине, придется мне это доказать. Хорошо. Докажу. Честно говоря, я удивлена вашему визиту. Господин судебный следователь, смерть бедной Соланж. Наверняка несчастный случай. Он не стоит вашего внимания. Я бы не был столь категоричен. Смерть молодой, здоровой девушки не может не вызывать подозрений. Возможно, вашу горничную отравили. Отравили? Здесь, в моем доме? Ну, это совершенно исключено. Мы все любили Соланж. Она была настоящим ангелом. Не представляю, как я без нее буду обходиться. Впрочем, разумеется, делайте все, что полагается в этих случаях. Это просто мой долг, сударыня. Кажется, я видела вас на балу вчера. Вполне возможно. Как жаль, что наше знакомство омрачено таким печальным событием. Вы очень красивы, господин Штольман. Я заметила, как вы смотрели на меня. Вы были царицей бала, графиня. Прошу прощения. Яков Платонович, мое вам почтение. Я так понимаю, я могу приступить к своей работе. С нетерпением жду вашего заключения, доктор. Честь имею. Антон Андреевич, позвольте вас на минуту. Вы знаете что-нибудь о хозяйке усадьбы? Немного. Эмилия Карловна Илеонская, вдова. Весьма богата, как вы могли заметить. Влилась в наше высшее общество довольно быстро. И ничего предусудительного я о ней никогда не слышал. Да, приятная особа. Правда, похоже, любви обильно не по годам. Вы находите? А я слышал, что репутация у нее самая безукоризненная. Так кто ж спорит? Я вижу, что вы проявляете интерес к графине. Скорее, любопытство. Знаете, на вчерашнем балу мне рассказали забавную историю. О чем же? Стойте, сударь! Это аконит! Цветок ядовитый! Вас на отраву так и тянет. А вы из полиции будете? Из полиции. Из полиции. Любоваться любуйтесь, но лучше не трогайте. Я, господа, давно чуял, что в доме беда случится.
А чего же так? А, странные вещи творятся. Я-то сам не видел. Врать не буду. Однако и кухарка, и костелянша все твердили, будто последнее время им по ночам в окне вурдалак является. Чего? Вурдалак? Он самый живой мертвец. Видите ли, вчера на балу мне рассказали именно о вурдалаке. Быть не может. Нынче утром я опрашивал санитара, и он клялся, что один покойник ожил и сбежал из мертвецкой. Слишком много нечисти за последние пару дней. Ну что у вас, доктор? Яков Платоныч, я не исключаю отравление, хотя мадемуазель Соланж могла умереть естественной смертью. Судя по ее коже, она в легкой форме страдала анемией. Но это ведь бывает при потере крови. В данном случае, я полагаю, все иначе. Я разговаривал с горничной, и та сказала, что в последнее время никаких травм, ни операций у мадемуазель Соланж не было. Так что, как всегда, все покажет вскрытие. Городовые доставят ее в ближайшее время. Хорошо. Странно, странно все это. Я должен срочно уехать, а вы, Антон Андреевич, опросите прислугу, пусть расскажет вам об этом таинственном вурдалаке. Поверьте, поверьте, как я только закончил читать, слезы полились у меня из глаз. Ах, как правдиво описали вы в этой главе восторг молодой любви. Вы находите? Да. И ваше возвращение в прошлое героев – это тоже очень важно и к месту. Ведь мы должны рассказать читателю, с чего начинались отношения Агаты и Порфирия Платоныча. И потом, с какой высоты они низверглись вниз в омут несчастья. Вы так говорите, словно сами пережили нечто подобное. Ах, мой бесценный друг, только вам я когда-нибудь мог бы рассказать историю своего разбитого сердца. Расскажите. Ну, нет. Я требую. Ну, хорошо, извольте. Мне было 23 года. И я давал уроки русского сыну одного разбогатевшего купчика. Ну, учение мое впрок не шло. И отец помолвил его уже с такой же богатой купеческой дочкой из соседнего города, которую он в глаза даже никогда не видел. И что же? Она писала ему письма. И какие это были письма? В них светился ум, начитанность, незаурядность натуры. Ну, жених, конечно, в этом ничего не понимал. Он читал-то еле-еле. В общем, он уломал меня отвечать ей от его имени. Вот так и начался этот удивительный роман в письмах. Боже мой, как романтично. Я писал ей от всего сердца. И с каждым ее ответом понимал, что влюбляюсь все сильнее и сильнее. Ну, а что я ей мог предложить? Мое сердце разрывалось при мысли, что такое утонченное существо достанется варвару. Должно быть, было очень тяжело. Словами не передать. Но вот, наконец-то, наступил день свадьбы. И по приглашению купца я вместе со всей семьей поехал в другой город. И вот тут-то я ее увидел. Красавец. Небесный ангел. Ну, разумеется, я ничем себя не выдал. И она смотрела только на жениха. Боже мой. Ну вот в этот вечер я за свадебным столом напился. И уже поздно, когда все разошлись, ко мне подсел один из гостей. Мой ровесник. Но он был такой же пьяный, несчастный, как я. И он рассказал, что учил невесту русскому языку,
что она тупа, как пробка. А вот жених ее, судя по письмам, человек незаурядный. Боже мой, боже мой. Той, которую я любил, не существовало. Я переписывался с ее учителем. Марья Тимофеевна, нам лучше сейчас уйти отсюда. Я умоляю вас, только не оборачивайтесь. Что за глупости, Алексей Егорович? Мы, разумеется, останемся здесь. Значит, доктор Скрябин отстранил вас от приема пациентов, направил ко мне. Да, так он сказал, что я никому не смогу повредить. Странно. Я-то был уверен, что вы с ним поладите. Ну что ж, вернемся к нашей Соланж. Очевидное повреждение миокарда. И асфиксия. Стало быть, либо остановка сердца привела к удушью, либо наоборот. Присмотритесь, доктор. Там следы катара желудка. Вы абсолютно правы. А вот доктор Скрябин насчет вас не прав. Между прочим, она, судя по всему, утром пила кофе, так что вполне возможно отравление. Дайте, пожалуйста, мне расширитель. Доктор, смотрите, у меня какие-то следы на спине. Что это? Господин Гудков, Штольман, судебный следователь. Откройте, мы с вами виделись вчера на балу. Господин Гудков. Это следы от кровососных банок. Вот вам, пожалуйста, причина анемии. Но для чего ей пускали кровь? Причем это делали, по-видимому, регулярно. Вот эти следы совсем свежие, а вот эти уже успели зажить. Александр Александрович, вызывали? Да-да, я хотел с вами проконсультироваться. Вот перед вами девушка, 20 лет. Падает, потом бьется в судорогах и через 15 минут умирает. При вскрытии мы обнаружили следы асфиксии и повреждения миокарда, да, и вот эти вот еще пятна. Хотелось бы знать ваше мнение. Причина остановки сердца могла быть что угодно. Например, инфекция. Инфекция? Ну, обратите внимание, вот здесь. Об это место терся крючок на белье. Поверьте, выручаюсь, он будет ржавым. Кожа была воспалена, и через это место стафилококк попал в организм. Вы сказали стафилококк? Ну да, в некоторых случаях болезнь проходит бессимптомно до того момента, пока не доходит до важного органа, в нашем случае сердца. Да, весьма логичное объяснение. Но как же катар желудка? А вы считаете, он стал причиной остановки сердца? Очень занимательная теория. Александр Францович, если вам больше не нужно. Да, конечно, можете идти. Постойте, доктор. А для чего же, по-вашему, ей пускали кровь? Понятия не имею. Да и какая разница? Простите великодушно, Яков Платонович, я вынужден вас допросить. Само собой, отвечу на все ваши вопросы. Какая такая нужда привела вас к господину Гудкову? Не поверите, это он рассказал мне забавную историю о вампирах на вчерашнем балу. И что именно он вам сообщил? Если отбросить мистику, говорил о неком тайном обществе, сектантов которого называл
ходячими мертвецами. И вот на следующий день его убивают. Да. А что с прислугой графини? Ой, они там все твердят о каком-то вурдалаке. Ваше благородие, разрешите доложить? Соседей и сторожа опросили, со вчерашнего вечера к нему никто не приходил. Ага. Я не понимаю. Ну не сам же он себе в грудь вбил кол. Я полагаю, это возможно. Нужно дождаться заключения доктора Милса. Да. Отправляйте. Кстати, вы обратили внимание на библиотеку покойного? Нет. Он явно верил в вампиров. Неужели настолько, что и сам себя считал одним из них? Чего же, к нам никто не подходит? Официант! 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 Чего изволите, сударыня? Я уже битый час машу вам рукой. Прошу простить. Чего изволите? Кофе по-венски, пирожное птифур. Виктор. Что ты будешь заказывать? Мне то же самое, что и даме. Вот видишь, дорогой, я же говорила, что ничего страшного не произойдет. Ты права. Мой ангел. Ну вот я и думаю, для чего она постоянно пускала себе кровь? Красота требует жертв. Я знала дам в Петербурге, которые прибегали к этому методу, чтобы добиться интересной бледности. Господи, глупость какая несусветная. Ведь это же опасно. А ты слышала про институт красоты в Вене? Тамошние доктора возвращает даму молодости при помощи хирургии. Я слышала, сама императрица Мария Федоровна прибегала к их услугам. Да ты что? Нет, это удивительно. Все-таки это же риск. Анна. Анна, что с тобой? Консуламенту. 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 Что-то происходит. Я все время вижу, как будто бы другая страна, другое время, и женщину сжигают на костре. Кто эта женщина? Это я. Ну, что стоишь? Давай, доставай деревяшку. Нет уж, увольте Иван Евгеньевич. Его прямо так скалом похоронить надо, чтобы, наверное, не встал. И лицом вниз. Ладно, ступай, коль так страшно. Сам правлюсь. Клинок благодарен. Что же за народ-то такой? Божное невежество и мракобесие. Анна Викторовна. Яков Платоныч. Как же я рад, что вы смогли сегодня прийти. Я тоже хотела вас видеть. Подождите. Дайте я расскажу вам об этой бедной француженке Соланж. Что, удалось выяснить причину ее смерти? Да. Она поранилась ржавым крючком от белья. Доктор считает, что это смогло вызвать остановку сердца и асфиксию. То есть это не отравление? Нет, но есть интересная деталь. У нее на спине были следы от кровососных банок.
Вообразите, ей регулярно пускали кровь. Странно, но все сходится. О чем вы? Вчера на балу один из гостей сказал мне, что графиня Леонская со своим тайным обществом пьет кровь молодых и невинных. А сегодня я нашел его мертвым, в груди у него был осиновый кол. А ведь Соланж служила у Леонской. Это не может быть просто совпадением. Я прошу вас, будьте осторожны. Крутин все еще на свободе. Думаете, это может быть его рук дело? Я чувствую, что он может быть к этому причастен. Завтра я поеду к графине, поговорю с ней еще раз. Соланж проживала у нее, никуда не отлучалась. Она не могла не знать об этих странных кровопусканиях. И вы, Яков Платонович, будьте осторожны. Доброй ночи. Сказали, Соланж умерла. Да. Почти сразу, как ты ушел. Господи, какое несчастье. Эмилия Карловна расстроилась. Забыла меня запереть. Она уехала? Она всегда уезжает по пятницам. Соня. Тебе нельзя больше оставаться в этом доме. Я увезу тебя. Ты совершеннолетняя, ты можешь сама распоряжаться собой. Мы завтра же обвенчаемся. Ты не понимаешь. Нельзя идти мне за тебя. Не будет нам счастья. Дай мне только посмотреть на тебя напоследок, чтобы запомнить. О чем ты говоришь? Да мы всю жизнь будем вместе. Надо мною проклятие. Что еще за проклятие? Кто тебе это сказал? Она? Глупости все это. Соланж? А вы кто? А, вы, наверное, тот господин, который рассказывал про вурдалаков. И что вы от меня хотите? Чтобы я куда-то поехала? Соня, не спишь? Еще нет. Знаешь, я пришла тебе сказать, что не сержусь из-за Андрея. Правда?
Андрей мне нравился. Но что поделать, если он выбрал тебя? Ты мне как сестра. И я желаю тебе только счастья. А у меня и так отбоя нет от кавалеров. Уж как-нибудь найду себе жениха. Ты же знаешь, Ляля, твоя мать не допустит нашего брака. Подожди. Может быть, она еще переменит свое мнение. Я попробую с ней поговорить. Спасибо. Только вряд ли это поможет. Скажи, она никогда не рассказывала тебе, что это за семейное проклятие? Нет, никогда.